Привет. В общем, я перепутала. В Вакавиле мы были в аутлетах премиум-класса. Я только смогла заснять там Banana Republic и этот Эдди Бауэр. Гуччи я не нашла, Гап как-то, ну, уже я это снимала, неинтересно было, Рибок тоже. В общем, там много чего, просто не хотелось мне уже опять туда заходить. А потом мы поехали в Алехо. Вот есть такой город Алехо, и вот Тесла это там, оказывается. Сейчас я ее немножко покажу. Вот она какая. Здесь это сервис-центр, и здесь же можно и купить. Нашу машинку уже забрали и дали $100 на Uber. Но если мы не воспользуемся этими $100, то назад им отойдут эти деньги. Вот здесь вот я вижу Ульта. Там вот на горе очень живописно было Olive Garden. Olive Gardens. Я никогда не была в Olive Gardens. Может, мы туда пойдем? Кушать хочется. Если пойдем туда, то я Olive Gardens обязательно засниму. А что еще здесь есть? Там вон Home Depot есть. Вот здесь вот табличка есть, что есть Marshalls, Ross. Вот в Ульта хотелось бы, конечно, зайти, потому что Ульта, она во всех городах, она разная. Где-то лучше, где-то хуже. Вот здесь вот гостиница, что ли, какая-то. Black Bear. Черный медведь. А что там еще написано? Я не вижу, это через дорогу. Очень красивое место такое. Но здесь очень жарко. Здесь далеко от этого, от океана. И здесь жарко. Вот сейчас я стою, жарковато. Я представляю, что здесь летом. Летом это Ташкент отдыхает. Ну ладно, вот я показала этот центр. Ой, а небо какое. Ёлки что-то выгорели. Ну все, теперь если куда-нибудь пойду, нам же надо 1-2 где-то тоже перекантоваться, пока они нам эти шины поменяют. Там что-то сделают, вулканизацию. Я же не понимаю. Так что я отключаюсь, но пока не говорю. Снимаю, как внутри здесь, в этом, в Тесле. Устроилась вот на таком диванчике. Я вот... Два впереди стоят же. Они вообще близко стоят, но кажется, что далеко. И такие вот здесь два. И я полулежу на нем, устала. Спать хочу. После Olive Garden, который я все время называла Olive Gardens. Откуда я знаю? В Америке у всех названий на конце S. Вот впереди машинка это... Тесла Y, по-моему. А вон там... Нет. Тесла X, а вон там Тесла Y. Может, и путаю. Везде белые. Все любят белый цвет. Вон на дороге тоже. Все больше белые. Вот белый опять едет. Ну, синие вон тоже бывает. Вон опять белая машинка. Вот так, в общем, здесь хорошо, в Тесле. Здесь даже можно поспать. Это новый центр построили, поэтому он еще такой необжитый. Но хорошо здесь.